Так, он отступил. Чё, блядь, ты, блядь? Я не пойму. Умерла певица Юлиан Начало, об этом сообщает. Ей было 38 лет. А кто? Юля кто? Юлия Начало. Блядь, только проснулся. Юлия Начало. И чем она знаменита? Картинки. Так, Юлия Начало. А чем она знаменита, блядь, блядь? Я не знаю, кто такая. Блядь, чё все умирает, нахуй? Блядь, не надо мне скинуть, у меня уже паранойя, нахуй. Все умирают, нахуй. Чё умирать-то? Умирать это в порядке ещё, там. Это, блядь, уже каким-то хуйня. Я на ней надрал, нарушил. Чуть дурак, что я там. А, бля, вот, что духа, что нравится. Да, блядь, сука, я говорю, они, блядь, таракан нахуй остался, блядь, такие как, блядь, мазох, блядь, виджелини, блядь. Такие, блядь, таракан долго живут там. Мне кажется, если нам отрубить полтела, то все равно будем жить. Как таракан, реально, блядь. Пиздец, блядь. Не, ну это, блядь, правда. Так, что там? Ютуб. Блять.
Кирилл стримит нахуй. И, блядь, что он стримит нахуй? Поверните направо. Да, блядь, все как обычно, блядь. Блядь, я не понимаю нахуй, как можно с таким, блядь, битрейдом, блядь, снимать нахуй. Тут смотрит. Через 300 метров поверните направо. Я не удивлюсь, если они, блядь, к Кириллу едут, ой, к этому, блядь, к Стасику нахуй едут. А чё, а за лысый, ой, блядь, должен... Мезо, вот ты спрашивал, типа, ты писал, что... Ебать, Майдан... его 10 человек смотрят, пизда, блядь, за как можно так было докатиться, блядь? Что, блядь? Мазох, это ж... Мазох, а почему у тебя на видеокарте ГИЛ написано? Чё, блядь? Они туда и едут. Ой, блядь, нахуй. Понятно, блядь. Ничего нового, блядь. Ничему жизнь не учит, блядь. Большой Львов, да? Я чё-то тихо. Чё-то Мазон наебился, уже можно смотреть? Ебать, чё, майк поменял? Ебать, как хочешь пиво попить. Ох, я вас, Савелий, блядь, в Примпинс-Лог приехал. Блять, ухуй на человека стало похож, бля, другой. Лазарев! Развелись ко мне! Озон? Не, Озон! Не надо! Я не от тебя ехал, извини! Я просто это... Что ты просто это? Ты оставил грязную ванну в Мэнн Крик и притом обещал моим друзьям $100. Ты обманул. За это ты должен поплатиться. Сколько он собрал уже? Почти 300. Ну что мы будем с тобой делать? Ну я могу заплатить, у меня есть 50 динариев. 50 динариев есть за ванну ту грязную. За день 30 тысяч. Я не завидую. Зачем ты стрельнул? Я не должен платить за твои 50 динариев. Пойдем выйдем на улицу, я тебе одовечку покажу. Пошли. Пойдем. Азол, ты не обращай внимания, я просто, ну, ванна там, ну, в этом, крипискак. Не очень хорошая, я просто оставил, ну подумаешь. Я на лошади. Ну не вопрос. Чё, блядь, скажешь? Умеешь ползать или бегать? Выдержишь? А в каком плане выдержу? Ну в таком. Поехали нахуй.
Ладно! Ну да. Мало ты проехал. 2 километра на лошади проехали с шеи на этой хуйне, блядь. На твоей шее, блядь. И ты что-то уже расхуярился. Ой, господи. Ой, господи, это хуёво, нахуй. Блядь, что-то я пожать захотел. Никто не видит. Голова твоя нахуй не нужна никому. Так, ну вот, рука. Это другое дело, бля. Бля, человеку 35 лет. Ну ладно, ноги твои жирные не буду брать. Чтоб проверить на всякий случай. Так, это что за дама там идет? Молодой человек, спасибо. Подайте мне покушать. Не вопрос. Как раз вы вовремя, мисс. Вы вовремя. Покушать здесь как-никак. Блядь, нога пиздец, блядь. Эта нога, вы можете ее пожрать. Она нормальная. Это вот бывший Влад какой-то совет. Спасибо большое, мистер. Я вас не забуду. Хоть всю семью накормлю ногой. Нормально. Very good, nice. Так, надо проверить, ты поможешь жив. Актер, блядь, от одного театра, блядь. За всех. Хотя, какой жив, я ему голову отрубил. Блядь, он этот нож был вообще когда-нибудь. Нормально, кирчик. Ладно, не проблема, блядь. Блядь, очко бы что-то облегал бы, ну ебаный в рот, блядь. Эх ты. А был бы нормальным чуваком и дальше жил бы. Так, подожди. Где твоя голова, ебаный в рот, блядь? Так ему Russian Power нужен? Глазные яблоки сейчас вкусные, блин. Бля, хотя он, это, футболка у меня на человека стал похож. Подумаешь, как будто упал, нахуй. Поехали, блин. Молоды! Ну что, импровизация такая. Тебе можешь спокойно спать ложиться. Могу. Блять, трудно, сука, делать, когда ты прям стоишь, блядь. Мы тоже, блядь. Ай, да. Пиздец, я 4 импровизации сделал. Из этого можно контент там создавать. Библиотеку нахуй. Можно библиотеку NoName создавать. Библиотеку NoName создавать, блядь. Лизун, блядь. Глаза где там, рыба, да, да, да. Кстати, я немножко спалился, конечно. Не немножко, а, как говорят, один человек. Если ты показываешь это на людях, значит, ты это и сделаешь. Не, это импровизация. Это не мои мысли. Ребят, это просто импровизация. Это не мои мысли. Это просто прикол. Вы понимаете, это не серьезно. Это просто прикол. Вы не воспринимаете меня как такого. Я что, больной, что ли? Я должен быть маньяком тогда. Это просто такой прикол. Это импровизация, блядь.
Гуляем с Гришей. Но никого при этих четырех импровизаций никто не прострадал. Так, надо послушать эту тему, блядь. Нельзя. Я должен слушать, нахуй. Азон, если ты воспринимаешь это не всерьез, а в глубине души ты реально это сделал бы? Да нет, я это никому не сделал. Азон, человек не донат, только что задонатил, пришли деньги. Ебать, Азон поднялся, нормально. Я сейчас посмотрю в консолу. Какие деньги пришли. Ну, я не знаю, может, гномы пришли. Ко мне-то что приходит. Ты гном у нас. Ну, неймство, блядь, захуяриваешь. А, кстати, пришли. Реально. Азонизация он. Хан Соло, пришли. Спасибо большое. 1000 рублей мне задонатил. Да, пришли. Я не знаю, почему здесь они не воспроизводятся. Может быть, какой-то хуйня какая-то. Но они пришли. Спасибо большое, консоль. Консоль мне 1000 рублей задонатил. Спасибо большое. Я теперь понимаю, почему гном там разжирел. Консоль спонсирует его. Спасибо, консоль, от души. От души. Ну, это мой донатер, который перешел к какому-то там гному. Ну, пусть поддерживает его. Это его право, его дело. Но когда не делает, блядь, сука, контента какой-то гном, блядь. Нахуй это делать, блядь. Надо понять, да дело контента, то я хуй тебе что скажу. Хан Соло сделай ему правильно, блядь. Да, здравствуйте. Тогда будет сразу понятно, почему. А то сидит, блядь, в такую рожу, расхуярил, блядь. Ты что, в Рязань приехал, я не понял. Откуда ты видишь меня сейчас? Блядь? Я могу расхуярить, блядь, ты меня знаешь. Но я не буду этого делать, знаешь почему? Потому что ты оскорблял моих родителей, оскорблял мою маму, моего отца, блядь. Я тебя всерьез не воспринимаю. И с тобой еще, сука, Серега Грибовщик общается. Ты не человек. А он говорит, я когда напиваюсь, я обсираю всех. Да ты что говоришь? А я что-то напился, я тебя не обсираю. Ну, хитрый, блядь. Я не боец, я обычный, блядь, нонейм. Газон, Ясун, ты настоящий боец, то поставишь. Сука удалена. А иначе лобух под заборный баребух ни о чем. Под забух, баребух ни о чем. Сейчас строчество нахуярит, блядь. А иначе лобух под заборный и баберух. Эй, ты лобух. Значит, ты ссылку не поставишь, ты тогда лобух по лобух под заборный такой поставил ссылку, где там, блядь. Нахуй хуи показывают. Это не вопрос, если это нормальная ссылка, я поставлю любую ссылку, ты задон... Ты сколько задонатил? Это я не понял, бля. Ты 81 рубль задонатил, ну пизди, чё ты, у нас клип, блядь. Сколько стоит, нахуй? Ты чё, блядь, меня решил обмануть, что ли, нахуй? То есть другие пацаны, блядь, отличие от тебя отличаются, нахуй. 81 рубль, я тебе клип должен ставить. Ха-ха-ха, байт на донат, ёпт, просто нахуй. Ой, блядь. Стрим-то, блядь. Пиздец, ты. Да, блядь, я это видел. Саня, твой сосед. Трек про Саню, про Саню. Саня, твой сосед. Саня, твой сосед. Саня. Это
говорит для Сани. Бьет, бьет басами. У каждого есть друг Саня. И даже у Сани есть Саня. Подпевайте вы с нами. Пусть слышат все Сани. Запестрят глазами. Позавидуют не Сани. Саня, 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 хуй соси. Саня, 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 хуй соси. Саня, 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 Саня. Ой, блядь, пиздец, чё Саня, блядь? Бля, чё, я китайцы вообще? Чё мне глаза вскоглазы? Да, жёстко, жёстко. Не бывает. Вы мне расскажите, чем... Чё везде пишут про эту Юлю Молчанову? Я нихуя не понимаю. То чувство, когда я ее помню, не из-за того, что она хорошо пела, а из-за того, что она была просто знаменитой. Пиздец, а чё она пела-то? Она бесполезный человек. Саня, ты в порядке? Так, может, ты скажи, а хуй ты к Стасяну не поедешь? Типа, вам лежать, типа, под каблуков? Я не хочу еще поедать. Я никуда не поеду, ни, нахуй мне это надо. В пизду. Я там делать нечего, блядь. Без камер, окей, без Б, нахуй, я приеду, нахуй. А так, нахуй, наверное. Я думаю, сами понимаете, блядь, для чего это все собирается, я это понял. Пизда. Ну, бля, почему я каблук пора? К этому я ни отношения никакого не имею. Просто мне незачем туда ехать. Дайте мне, блядь, ну, блядь, реально какие-нибудь весомые аргументы для того, чтобы я туда поехал. А потом я уже вам скажу. Точнее, отвечу на ваш вопрос. Потому что весомые аргументы, я, чтобы туда не ехать, потому что там тупо это байт на деньги, нахуй. Я не хочу. Это не до отдыха. Раньше я думал, я сам себя глаза закрыл, бля, как будто не видел, бля, что творится. А чё, бля, Влад,
лысый-то, я не помню. И как у него, блядь, пиздец фолловеров, блядь, почти 12 тысяч, его смотрит 15 человек. Как, блядь, возможно, блядь, я не пойму нахуй. Чё, на Твиче тоже крутить можно нахуй? Или чё, блядь? А сейчас дома... В Кунре сидишь, ты лучше, ты. Мне лучше. Да не, я не хочу сам ехать, мне это не нужно, ребят. Это бессмысленная поездка будет, я скажу. Пизда. Весомых аргументов я даже не услышал. Тебя не слышу нормально. Да потому что я далеко от микрофона. Может быть. Я так хреново. Шум подавления стоит. Так, так нормально. Чего? Тебя не слышно почти, да, бля, вот не надо мне вот, на эту хуйню, у меня вот в ОБС показывает. Бля, спать что ли пойти опять? Да, я тоже не услышал. Я не езжу туда, потому что мне не психотерапия бухал, когда вы это не балуете. Блядь, в смысле, мне что-то кто-то запрещает, мне никто ничего не запрещает. У меня своя глава отвечает. Какое контент? А контента, блядь, не будет. Контент для вас это сидеть, блядь, нахуяриться и хуйни исполнять. Чё, блядь, за Юлия Молчанова? Какая? Юлия Началова, блядь. Я вообще в душе не человек, кто это. Везде постят. Так. А мазок снова стоит, здорово, давай. А вот кто ты. Мальчишка, девчонка и мальчишка, девчонка и мальчишка. Пройдешь ты мимо, даже не оглянешься и не заметишь на своем пути, что ты герой не моего романа. Давай, поверь.
любить тебя. Блять, ни одну песню не знаю. Я ни одну песню не знаю. Охуеть, кто это, блядь? Бля, ну это чуваки, ну это пизда, блядь, нахуй, я не знаю. Мозг сладкий. Что это за Саня, Саня, иди. Если ему повезет, он... Yeah. I don't know. Уаа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 a Бля, что-то у меня вообще нехорошо. Ох, блядь. Бля, пойти, чтобы поспать, реально, вообще. Как бетон, бля, тяжелый, бля. Не то, что плохо, мне нехорошо. Бля, потом я посплю, реально, я вообще, бля, голова вообще, бля, реально, ёбнули, чё.